В Астане стартовали заключительные зональные соревнования фестиваля «Улудала-Рухэ». В них участвуют 40 спортсменов из Кустанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей. Выявлять сильнейшего будут в таких национальных видах спорта, как жамбы-ату, аударспак, тинге-лю. Сабина Тургаева с нами на прямую связь выходит, готова сейчас рассказать все подробности. Сабин, здравствуй, с праздником, во-первых, ну и рассказывайте, что у вас там происходит интересно. Здравствуйте, Вера, вас тоже с праздником. Хочу отметить, что здесь сегодня на ипподроме Хазанат собрались истинные ценители и любители национальных видов спорта. Для них это действительно настоящий праздник, ведь здесь сейчас проходят сразу два важнейших и крупнейших мероприятия. Это международный турнир АЛТЖБ и казахстанский фестиваль Улудала-Рухэ. Более подробно о каждом из них нам расскажет начальник отдела Центра национальных и конных видов спорта Айнур, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот подробнее о фестивале Улудала-Рухэ, который стартует с минуты на минуту уже. Сколько участников принимает участие? Какие этапы были у этого фестиваля? При поддержке Министерства культуры и спорта в рамках празднования 20-летия города Астаны впервые проходит республиканский фестиваль Улудала-Рухэ. Республиканский фестиваль проходит в двух этапах. Это отборочный этап и финальный этап. В одном этапе, то есть если мы проходим в четырех регионах, это северный, западный, южный и восточном регионе. В каждых регионах принимают 160 спортсменов. В общем, если взять всех спортсменов, принимают около 700 спортсменов. И, конечно же, в финале встретятся самые сильные спортсмены в городе Астане. Это будет между 12 и 16 сентября. До этого здесь, также на стадионе Хазанат, проходил международный турнир АЛТЖБ. Насколько я знаю, принимали участие спортсмены из 11 стран. Финал завтра. Но расскажите, наверняка уже сейчас есть фавориты, есть сильнейшие, на кого делает ставку публика, члены жюри. Да, конечно. При поддержке Министерства культуры и спорта и Ассоциации национальных видов спорта сегодня и завтра будет проходить второй международный турнир АЛТЖБ, где принимает участие 11 государств. А также сегодня уже прошел первый этап, это азиатский стиль, где выявились уже фавориты. Это самый такой сильный спортсмен у нас, спортсмен из Венгрии Кузьми Михай. Спасибо большое за полный исчерпывающий ответ. И напомню, что с нами был начальник отдела Центра национальных и конных видов спорта Айнур Оразова. Мы остаемся здесь, на ипподроме Хазанат, следить за развитием событий, о том, как прошел казахстанский фестиваль Улудала-Рухэ. Мы обязательно расскажем самыми первыми, однако будет это уже в следующих выпусках новостей. Пока, Вера, вам слово. Сабин, благодарю, спасибо большое. Ждем от вас тех самых подробностей новых. Сабин Тургаева была на прямой связи. В Астане сегодня стартовали заключительные национальные соревнования фестиваля Улудала-Рухэ.